Ну, смотрите, во-первых, мантру вы можете сделать даже свою. То, что для вас сейчас актуально и важно на данный момент. Это первый момент. Второй момент, что касается богов, то каждый бог в определенной религии, он отвечает за определенный сектор. Я этих богов не знаю. Вот. Но некоторые мантры, которые я слышу, я вижу не только их цветовую структуру, но и определенные, как они распределяются по звуку. Я сейчас вам просто попробую нарисовать, чтобы было понятно. Вот смотрите, вот есть некоторые мантры, звуки, может быть, какие-то гортанные звуки. Вот когда человек сидит в определенном состоянии, например, один человек читает вот этот, и он, вот здесь вот человек сидит, да, и он, читая, у него вот так вот оно расходится, да, вот это вот вибрационное поле. А другой сидит, может эту же мантру читать, но с иным состоянием, может другую. И у него она может расходиться вот так вот. И вот это все видно, когда вы научаетесь считывать, в первую очередь, свое информационное поле, вибрационное, цветовое, то вы это начинаете видеть. Оно идет как в звуке, такой вот вибрации, так и в цвете. И когда вы вот это вот начинаете славливать, сначала для вас это просто вибрации, а потом это как ключики, как будто открываются определенные ключики к познанию следующего, как будто следующая дверка, например, там, вы уже видите через эту вибрацию, через вибрации, а там по крови, по планете, по реинкарнации, и вы туда и дальше углубляетесь. Но если что касается звуков, то вот они вот такие вот абсолютно разные. И могу сказать, что когда я смотрела свои эфиры в записи и в живых эфирах, то, что вот на Телеграме, то, что они нигде не обрабатываются, у меня идет одно и то же цветовое информационное вибрационное поле. А когда идет на, например, на Ютубе с обработкой, там идет другое цветовое поле. То есть, например, если бы здесь на эфире, вот если в Телеграме кто-то просмотрел эфир, и на Ютубе у них будут разные осознания. Потому что на Ютубе там идет с обработкой. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.